Главного редактора интернет-издания «Страна.UA» Игоря Гужву выпустили из Лукьяновского СИЗО под залог. Его сумма, согласно решению суда, 544 тысячи гривен. Паспорта у Гужвы изъяли и запретили покидать столицу. Подробнее Юлия Жешко. Можно вас трошки посередине? Встречать Игоря Гужву коллеги пришли с цветами. Утверждают, что на выплату залога для своего шефа сбрасывались всем коллективом. Подключили и знакомых, но имен разглашать не хотят. Мне достаточно было сделать короткий клич для того, чтобы мне помогли. Друзья, наши коллеги, в том числе сотрудники редакции. Если он сегодня окажется на свободе, то я считаю, что для нас, для нашего издания, это будет маленькая победа. Любая следующая подозра, любая следующая попытка им предъявить какую-то претензию изданию «Страна.UA», это будет не так-то просто. Потому что по этому делу ничего не доказано. По обвинению в том, что мы финансируемся из Кремля, ничего не доказано. Группа поддержки главреда и десяток журналистов дежурили у входа в СИЗО несколько часов. Адвокатов к подозреваемому допустили около 9 утра. Рассказывают, решение об освобождении Игоря Гужвы суд принял еще вчера. Но разрешительные документы появились только сегодня. Дальнейшую стратегию адвокаты обнародовать отказались. Но утверждают, дело против Гужвы – это месть за его провокационные статьи. К тому же, по их данным, в отношении него готовятся еще два производства. Любыми способами препятствуют освобождению журналиста оппозиционного к преступлениям власти, а не к самой власти. Журналиста, издание которого позволило открыть себе рот, говорить о коррупции, проводить самые резонансные расследования за последнее время. Вот и все. Игорь Гужва также уверен, его подставили. Но, цитирую, политику своей деятельности менять не намерен. И сегодня же вернется на рабочее место. Более того, не прекратит сотрудничество с Александром Онищенко. Я буду, естественно, продолжать свою журналистскую деятельность, будем работать, сайта на ЮЭ будет работать в том же режиме, ну, естественно, с учетом всех обстоятельств, которые произошли за эти дни. Ну, вероятно, мне решили показать, что такое Лукьяновское СИЗО, чтобы я, возможно, сделал какие-то выводы. Главреда «Страны.UA» Игоря Гужву задержали 22 июня. Силовики пришли в офис редакции около 21.00 и устроили обыск. Журналисты издания сразу сообщили об этом в соцсетях. Мол, правоохранители выбили двери, заблокировали вход и объявили о проведении следственных действий. До глубокой ночи в здание не пускали даже адвокатов. Гужву обвинили в вымогательстве денег. Подозревают, что он получил 10 тысяч долларов за то, что не будет публиковать компромат на одного из политиков. Имя его силовики не назвали. А вот Гужва сообщил, что речь идет о депутате от радикальной партии Дмитрии Линько. Однако, несмотря на столь громкие обвинения, Игоря Гужву поддержал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко и директор Института стратегических исследований Сергей Ермолаев. Юлия Жешко, Сергей Ведмись. Подробности, телеканал «Интер».